Книга «Открытым оком», тема «Священство», том 3, вопрос 940. Возможно ли обличать священника? Владыка Силуян сказал: «Тот, кто будет обличать священника, будет отлучен от церкви». Батюшка покрывает афериста, который растратил 9 миллионов церковных денег. Бухгалтер со слезами на глазах упала в ноги и призналась, что 2 миллиона покрыто лицевыми чеками, а 7 миллионов неизвестно где, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Там, где нет обличительного гласа, вытекающей реки, там идет гниение, затхлое болото. И если это продолжается не один год, и даже 330 лет, то что можно ожидать? Если человек не принимает обличения, этим он выносит приговор себе. Притча 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. 2 Паралипоменон 25.16. Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Как хорошо, что у нас нет церковных денег ни копейки. Как только возникает какая нужда, мы объявляем сбор, доверенное лицо покупает быстро истратили, и снова живем как праведники, нищие и веселые. Где не послушаешь, везде неурядицы в церкви из-за денег. То староста, то бухгалтер воруют. По этому поводу патриарх Алексий сказал, когда в присутствии ревизионной комиссии староста схватил сумку с деньгами и убежал: «Каких бандитов напринимали в церковь! Священники – такие же люди, только более грешные, чем их овцы. Если они себя выводят из-под обстрела критики, как члены ЦК КПСС, значит, приговор себе они подписали, Бог сотрет их в порошок и заменит другими». Притча 9.7. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Притча 15.12. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Притча 24.25. А обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Притча 28.23. Обличающий человека найдет более большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Более, а после. Еще раз. Притча 28.23. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Амос 5.10. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду.